А неплохая музыка. Это мой мистер-взломщик. Так, ПЗП. Где это ПЗП? Так, минуточку. Я сделал ПЗП? Так искать надо у меня? Там, в даунтауне? Джулиана, слышишь? Джулиана, я запомнил имя. Плевать. Сверхсекрет.
секретной информации? Да, какая? Говорю же, это большой секрет. Выкладывай уже. Ладно, ладно. Лучше всего смотреть фейерверки прямо у сцены. И все? Это весь секрет? Иди убейся. А чё? Это будет такое зрелище. Да уж надеюсь, знаешь ли. Я себе все яйца отморозил. Взять кольта живым и запульнуть в небо свечкой. А что? Что за... Джулиана! Я всегда звоню сама. Где моя ПЗП? Слушай меня, это мое шоу, не твое. Я здесь главная. И ты не уйдешь, пока не выпущу. А, я понял. Решила сместить меня с должности. Глава службы безопасности защищает петлю, не пытается уничтожить... Ну давай приму твои обязанности. В чем они? Сочинять всякую дичь для промывания мозгов народу? А, смотри, как кто в гости пришел. Я еще не закончил. Запру все двери, чтобы вы пообщались. Что? Какие двери? Твои тоннели? Очень хитрая система. Ведь придумал-то сам капитан. Эй, черт! Пошла ты! Запрешь тоннели? Ну тогда я их вскрою. Приятно. Штука. Похоже на хреновину для аутоэротической асфиксии.
Я думала, цель игры, ну, попасть в комнату. Ты что, снимаешь? И чё? Всё равно всё в полночь пропадёт. Ну, теоретически, да. А ещё теоретически, люди Харриет вовсе не психи. Это ваши там дела в Карловой бухте. Ты давай эту сюда не тащи. Мы тут курить будем. О, уже интересно. Кто дольше не отрубится, попадет в комнату. Ну я вот как знала. Вечно тебе нужна конкуренция. Не-не, по-моему, отличная идея. Единогласно. Моя же очередь. Да ладно тебе. Не сдавайся, будь стервой. Ты можешь. Ладно. Круто. А ему мы, ну, объясним ситуацию? Он знает стоп-слово. Все, курим.